Это видеоблог. Мы с Дашей гуляем. Нормально. Вот, Дашин влог. Даша тоже решила снимать влоги давно. Да. И вот я насмотрелась в Ютубе и тоже решила снимать. Да. Сегодня вот. У нас прекрасная погода. Сегодня у нас 28 марта, четверг. Мы вышли гулять по Красной. Очень был солнечный день, жарко. В футболках все тут ходят. Распродажи какие-то у нас тут постоянно. Тут суета происходит. Даже. Движ Париж. Очень теплый день, мы очень рады, поэтому мы вышли гулять при первой возможности. Да, Даша? Да. Мы очень рады. Очень счастливы. А вот тут вот мы гуляли 1 октября. Да, вот там мы, когда с Дашей познакомились, первый раз пошли гулять. Ой, 22.00, 10.00. Ой, ну там не видно. Не, я вот обновилась. Взяла такие кроссовочки. Даша, ну и мой лук. Давай. Вот такая вот красоточка. Давай вот. Там красный пока что горит. Выступаем. Вот. Краснодар такой. Такой. Ждем своей очереди перехода. Такая вот колясочка. Ладно, девочки. Так. Куда? Мы в Краснодаре. Да? По-моему, на реконструкцию отдали. Такая вот красота. И потом я просто стала для себя рисовать. Вот, Даша рассказывает, что она раньше снимала влоги. Да. Я тоже в детстве снимала целую кучу влогов на какой-то Xiaomi. Мне кажется, это у всех было. Вот, Мариот, по-моему, самая крутая гостиница. Или отель, что это, не знаю. В Краснодаре. Вот она. Он. Вот такие миленькие цветочки тут. Такой миленький дедуля. Но у нас нет возможности их покупать. Архитектура. Нужно время проверить. Вот тут раньше был Starbucks. Я туда с мамой ходила, когда маленькая была. Там приезжали, для меня это был просто мегаполис какой-то. А сейчас я тут живу. Там у нас происходит какой-то уличный концерт. Там они постоянно стоят. Такой разнообразный Краснодар. Где-то ездят бэхи, где-то уличные музыканты стоят. Все к весне тут украшено. Вот. Тут уже не такая суета, как в самом центре. Мы идем на мост поцелуев. Сейчас будем проходить, что там у нас? Госдума, не Госдума? Что там? Госсовет. А, Государственный совет. Тут ресторан здесь рыбный. Клёво. Даша знает, что там клёво. Так вот написано, клёво. А, там написано, оказывается. Ресторан Новикова. Жалко, рыбный. Собачка. Ресторан «Южанин» и «Сыроварня». Я бы хотела пойти в «Сыроварню», но мы не миллионеры, извините меня. Когда-нибудь мы туда сходим. Да, когда-нибудь мы обязательно туда пойдем. А пока что мы идем вот этими ножками гулять пешочком.
Вот и мост поцелуев. Такой вот он скудненький, конечно, но чем богато. Река Кубань. Это как называется? Адмирал, по-моему. Подай же знаки, улыбнись, свой поцелуй пошел в нас свет рам. Спасибо. Вот это вот уже Адыгея. А с двух сторон река. Вот.